Всем привет, ребята, и сегодня мы сделаем я делаю реакцию на Максимскому Володе 16, потому что он меня попросил. Это его последнее видео. Я тут буду еще и говорить. Что может завтра быть? У меня есть две догадки. Вот слушайте. Первая догадка. Может, все-таки, они завтра... Смотрите, ребят. Может, они завтра утром поставят новости на премьеру? Но это не точно. Может, они завтра утром поставят новости где-то... Помните, зимой? Это... Помните, как зимой выходило? Где-то вышла премьера, и где-то через 2 часа или 3 часа где-то выходили новости. Вот мне так кажется, что завтра так и будет. Либо же, вторая догадка, они выпустят в сообщество пост и покажут нам какой-то слив, либо же с iSIM 5, и либо же из Эвелон Мейс. И расскажут, почему не было новостей. Вот расскажите мне, пожалуйста. Вот я... Хочу сказать тоже первую новость о том, что может Кипленс от них выйдет завтра утром или вечером. Кадры из игры, например, именно Эвелон Мейс, Эвелон Лабиринта и Скрим 5 друзья. Может, или вторую догадку, может, они как раз не делают новости сейчас, и может, они заморочились там с чем-то, и заметили, что уже поздно, и решили уже именно видео с премьеры отложить на завтра. Может и так даже. И завтра, может, где-то утром в 11 или 12, может, выйдет именно видео премьера именно, и там пока, и вот так, надеюсь. Новости лучше, чем кадры из игры. Да, я так считаю. Так предполагаю, что так завтра будет. Тут может вернуться и такой второй догадки. Хотя это вряд ли, что завтра они поставят на премьеру, конечно, видео утром, конечно. Вряд ли. Может, ребятки, слушайте. Может, где-то, заходим где-то, либо же в 11, либо в 12, моя тактика. Либо же в 11, либо в 12 проверяем канал Кипленс. Если не выходит премьера новостей, то где-то, либо же вечером, они выложат пост. И покажут там какой-то сливный кадр, либо же из Эвелон Мейс, через iSIM 5. И мне так кажется, и они еще расскажут, почему не было новостей. Вот я так думаю. Або завтра проверяйте в 11 или же в 12 привычные новости. Вот мне так кажется, ребятки, вот так и сделайте. Проверяйте канал Кипленс, чи не вышли случайно новости. То есть это чи в 11, чи в 12. Хотя, это может где-то в 11 или в 12 они поставят премьеру новостей. Либо же, они выложат где-то вечером пост, если не будет никакого видео. То есть, может, они завтра вечером, мне так кажется, выложат пост. Какой-то покажут нам слив, наверное, и расскажут, почему не вышли новости. То есть, мне так кажется. Вот верьте так, ребятки. Завтра, где-то в 11, когда вы просыпаетесь, заводите на 11 будильники, если вы там еще очень поздно просыпаетесь, заводите на 11 будильник. И проверяйте этих 11 чи 12. Не будет ли стоять эта премьера новостей? Могут они завтра утром поставить премьеру на новости, но это хз.
Либо же завтра утром выложат, вечером, точнее, выложат пост, что не выше новости. Вот как вы думаете, ребятки? Ну, это у меня просто две, это просто две догадки, что может быть завтра. Ну, ладно. Ладно. Слушайтесь моих слов, если что-то уже увы. Ладно, будем заканчивать. С вами был я, Максим, Калмыкия. И всем пока-пока. Увидимся скоро в новом ролике. Ладно, я тоже буду заканчивать. Может, он и прав, или я даже. Ну ладно, будем заканчивать еще раз. С вами был Димон Про. Пока-пока.